Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Honor 50 Lite. И сейчас я покажу вам, как сделать запись экрана на данном устройстве. Итак, для начала мы опускаем вниз нашу шторку. Далее здесь мы ищем функцию «Запись с экрана». Вот она здесь, нажимаем на нее, и запись уже началась. Далее мы можем записывать все, что нам нужно, заходить в какие-то приложения или куда-то еще, что-то смотреть, что-то читать. Во время записи мы можем выключить микрофон, мы можем также включить микрофон. А чтобы остановить запись, достаточно нажать вот сюда. Нажимаем, запись останавливается, и теперь мы можем ее либо отправить, либо просто сохранить и потом посмотреть в галерее. И на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.